Всем привет, друзья, я Букреев, и я знаю, что вы кайфуете от проверок сюрприз-боксов, от распаковок, а я, собственно, кайфую, когда кайфуете вы. И на прошлом видео с открытием сюрприз-боксов мы набрали 10 тысяч лайков, поэтому, ребят, спасибо вам, кстати, за это большое. Поэтому, ребята, сегодня сюрприз-боксы самого, что ни на есть, классического сайта сюрприз-бокс.ру. И чего мне это стоило, ребята? Два бокса в этой коробке, два бокса в этой коробке. Каждый бокс по 999 рублей. Я буду говорить в рублях, потому что оплачивал даже рублями на экране, если что, будет в долларах, допустим, да, чтобы было бы удобней. Ну ладно, сами боксы 999 рублей, это небольшая прям такая сумма, доставка, ребята. Я заплатил за вот эти боксы, кстати, которые для блогера, да, вот эти боксы для блогера. Я прямо со своей почты заказал эти боксы, с которой они, кстати, когда-то даже со мной общались о сотрудничестве очень давно. И до этого, когда я заказывал прошлые боксы, мы тоже с ними на этой почте, я ругался, да, почему, мол, на сайте там доставка 300 рублей и все, а потом тишина, и ты ждешь сообщения на почту, они тебе добавляют еще к доставке цену, потому что это за границу. Короче, доставка получилась 1200 рублей. И спасибо моим секретным агентам среди подписчиков, я имена не буду разглашать, вот эта посылка, тоже с двумя сюрприз-боксами, которую заказали сначала в России, да, в какой-то город, тоже пришлось заплатить за доставку, потом отправили мне, и почему-то, вот у меня прям есть даже чек, бумажка, 2000 рублей стоила доставка до меня. Капец, просто нереально дорого эти видео обходятся, реально дорого. Поэтому я прошу вашей поддержки, ни деньгами, ничем, просто поставьте лайк этому видео и напишите в комментариях, какой бы тест сюрприз-боксов вы бы хотели. Так, все, меньше слов, больше дела, ребят. Мне почему-то, может быть, кажется, но боксы для меня потяжелее. Давайте, наверное, все-таки возьмем весы, проверим, потому что вот реально, эти боксы, которые подписчик мой просто на свое имя заказал, они как-то полегче, давайте проверим. Так, вот такую штуковину я соорудил. Кстати, кэшбэк сервис Letyshops, это они мне подарочек присылали. Ладно, да, давайте взвешивать. Я вот беру вот эти боксы и прямо сверху, да, просто чтобы удобнее было. Килограмм 400 грамм. Зачем мы взвешиваем сюрприз-боксы, что происходит? Так, весы оттарены, показывают 0. Берем сюрприз-боксы, которые я заказывал на свое имя. Вот даже тут написано мои букреевские. 1900 грамм, блин, они-то весят реально больше, мне не показалось. Так, ну по весу, ребята, мы все поняли. Давайте теперь смотреть содержимое, так сказать. Так, они здесь... Связаны два сюрприз-бокса, нам пока нужен только один, отсоединяем его. Так, открываем вторую. Так, вот они, да, два, реально, ребят, вот это тяжелее, это прям вот реально ощутимо. Так, разницы в размере коробок нет, упаковка тут, ну, чуть-чуть она разная, кстати, почему-то непонятно, ну, это не важно, я думаю. Так, у нас есть четкая схема, друзья, мы открываем бокс, смотрим, что там за товары, и смотрим их примерную цену в интернете. И, кстати, да, вот сервис сюрприз-бокс почему меня вот иногда, ну, прям бесит, потому что даже после видео, которое миллионы просмотров набирали, они не убрали информацию с сайта, что вам подарков придет на... намного большую сумму. То есть они утверждают, что по-любому 100% все, что будет в этой коробке, оно там минимум на 1400 с чем-то рублей. Вот этим они меня бесят. Короче, сначала открываю бокс, который для подписчика. Это даже пока в сторонку. Блин, эта коробка реально, она как-то смахивает прям на обу... Ладно, это я уже так, уже придираюсь. Многие, кстати, писали мне в том видео, что то сборщик вообще не знает, кому он что там отсылает. Так. Для подписчика, что же к нам пришло? У нас LED, такой вот светильничек. Вот так он выглядит, упаковка, да, есть, она как бы есть, она красивая. Потом огромные наушники Хока, ребята, это вот U-Box, вроде бы украинский сервис, да, сюрприз-бокс, вроде бы российский сервис. По-моему, это тупо те же наушники. Вот, блин, где они? Да, вот они с прошлого видео наушнички. Ну, как бы, да, вы понимаете, о чем речь. Мне даже не нужно будет цену искать, потому что я знаю цену этих наушников. Я даже говорил в прошлом видео, какого они качества звук имеют. Так, идем дальше. И здесь, вот, оценивайте сами, смотрите. Вот, я просто достал из коробки, да, то есть, ну, это вот такая упаковка, да. Ну, это некачественная упаковка, я понимаю, конечно... длинная доставка и так далее, но все это вот расслаивается, разлазится. Это хаб, да, USB хаб. Так, ну и какой-то мультибенд, да, типа, чтобы держать, держалка, короче, для телефона. Ну что, отправляюсь на просторы интернета, мне не так много вещей, цену которых нужно найти, я все это знаю.
Там, блин, я здесь всего знаю цену, так что вернусь к вам очень скоро. Эй, ребята, ну что, я вернулся? Скажите быстро, да? Скажите быстренько. Потому что все это было очень легко найти. Короче, погнали, да? Я буду называть цены в рублях, и на экране попытаюсь, чтобы было в долларах. Ну, это все-таки более российские боксы, хотя работают они, отправляют по всему миру, но, наверное, так будет удобнее. Короче, наушники Хокка 550 рублей, в принципе, даже на Яндекс.Маркете у достаточно популярных, так сказать, продавцов, ну, которые не вообще какие-то левые. Но я нашел на Авито, были и по 350, но смотрите как бы сами, да. Может быть, на Опте где-то они будут стоить 350, но 350 рублей это очень дешево, и в Украине на Prom.ua за эти деньги я не находил, да. У нас они там примерно 250-300 гривен стоили. То есть, по сути, в России столько же. 550 рублей. Наушники, вроде бы упаковка, ничего и так далее, ребят. Но внутри я вам даже вот достану. Мне даже не впадло. Но внутри, да, вот как, когда ты достаешь эти наушники, жмякаешь их, пробуешь их на ощупь, а главное, слушаешь, ну это вот как раз максимум те деньги, которых они стоят. Ну, китайские наушники. То есть пластик здесь, естественно, ну, все такое, сомнительного качества. Но, в принципе, я не могу требовать за эти деньги чего-то больше, они столько и стоят. Короче, идем дальше. Что, вот это USB LED-лампа. Короче, с AliExpress ее можно купить дешевле 60 рублей с бесплатной доставкой, но она будет без коробочки. Сколько стоит эта коробочка, решайте сами. Я думаю, что на Опт, если они где-то берут в России, то не больше 60 рублей она и стоит вместе с этой коробочкой. Потому что на Али без коробочки, с бесплатной доставкой, можно купить меньше 1 доллара стоимость. Короче, я оцениваю в 60 рублей, и мне считают адекватно. Вот этот USB Hub 2 доллара также на AliExpress бесплатной доставкой. Без тоже коробочки, то есть просто USB Hub в пакетике. Опять же, оценивайте коробочку сами, но думаю, что они его на Опте тоже, ну, 100% они их много закупают, берут его где-то тоже по таким ценам, ну там плюс-минус, хорошо, добавим плюс-минус. Ну и вот это мультибенд, да, это такой, это мультидержалка, давайте я открою, покажу, я сначала неправильно понял. Смотрите, вот так поближе выглядит, здесь липкая, да, например, на телефон, еще куда-то, а здесь типа под палец, да, ой, извиняюсь, то есть, ну вы поняли, да, и здесь регулируется размер под маленький пальчик, под какой угодно пальчик зайдет. Я сходу не нашел, но думаю, тоже там рублей 60-100. Короче, у меня в общем получилось 830 рублей. И это то, что я могу, грубо говоря, купить, ну, напрямую, да. Но это не слишком жесткий зашквар, да, потому что, ну, все эти вещи более-менее рабочие, более-менее нормальные. И цена, как бы, она приблизилась к стоимости бокса, да? Она где-то там рядом, то есть жесткого зашквара нет. Но вот как они там пишут на сайте, вы получите подарков больше, еще больше. Вот это откровенный чёс. Ну, уберите вы эту надпись, и реально бомбить будет у меня еще меньше. Ну, адекватно. За эти деньги, за сюрприз-бокс 999 рублей, в прошлые разы, реально, когда там был полный развал, реально, по моей памяти, было хуже. Вот серьезно, там прям вообще мусор был, вот реально. Но есть у меня и следующий бокс, да, бокс для блогера, так сказать. Ну, я не знаю, о, можно даже не разрезать, а то она так летит, потом эта ленточка. Я не знаю, спалили, не спалили, вес больше. Там сейчас посмотрим, ребята, что внутри, будет ли явно отличаться. И, кстати, если на этом видео соберем 10 тысяч лайков, то я сразу начинаю снимать следующее видео, у меня еще 2 бокса, ребят, же осталось. Как только лайки набрали, я сразу начинаю снимать вот следующий сравнение, потому что 2 бокса я на себя заказал и 2 бокса на подписчика. Но, ребята, если мы наберем 20 тысяч лайков на этом видео, я закажу сюрприз бокс топ-5. Он реально дорогой, он стоит 5000 рублей. И проверю, да, вот что приходит рядовому подписчику, рядовому зрителю, да, то есть закажу не на себя, а сразу на подписчика. Так что буду благодарен вам за поддержку. Короче, с меня контент, с вас лайки, просмотры. Давайте, ребята, вам покажу сначала. Смотрите, что здесь, получше, нет? Получше или нет, смотрим. Хорошо, хорошо. Здесь у нас наушники Хокка, да. В принципе, понятно. Здесь у нас для айфона переходничок, чтобы и наушники, и зарядка была.
Здесь еще вот такая подставочка для смартфона. И, о боже, ребята, вот что было реально тяжелее. И, о боже, вот это, короче, увеличительное стекло, чтобы... Ну вот вы сами посмотрите. Вот оно, да, то есть ваш смартфон будет просто как телевизор, диагональ будет максимально большая. Я когда сделал первое видео с проверкой рекламы Instagram, мне многие писали, потом проверь вот это. Ну вот сейчас, собственно, и проверим. Все, ребят, иду искать цены, возвращаюсь к вам и делаем какие-то выводы, но я вижу, что как бы, ну, наушники Хока там составили основную стоимость. Вот это стекло, оно все-таки, наверное, подороже будет, да, мне кажется, чем в том боксе. Но это пока мои предположения, нужно посмотреть. На самом деле, иногда бывает, что кажется, что дорогое, а по факту это какая-то дешевая фигня. Блин, вот это да, ребята. Слушайте, ну оно прям такое здесь аккуратненькое, вот не прям такой жесткий прям дай Китай, но... Нет, это жесткий дай Китай, я просто сомневаюсь, что через это можно будет смотреть. Короче, сейчас вернусь. Так, извините за срач, друзья, но... давайте я сначала все вам сообщу, да, что по ценам. Это мы уже знаем, 550 рублей, короче, дальше идет... Вот это, блин, лупа. Я сейчас вам ее потом поближе покажу. Во-первых, она грязная здесь. Во-вторых, слушайте, вот это. Вот теперь представьте, как глазами через вот это смотреть. По-моему, это даже по звуку понятно. Хотя вот она так вот на вид, ну, фанерка нарезанная. Она еще нормальная какая-то на вид. Короче, это фанерка, сейчас я вам скажу. 677 рублей на Алишке стоит, да? Я нашел эту фанерку точно такую же на Алишке. Это дорого, мы уже... Наш бюджет 999 рублей. Превышаем, потом идем дальше. Так, вот эта штуковина разработана для айфона, да, чтобы заряжать и слушать, стоит 120 рублей на Алишке. И вот эта пирамида, в принципе, тоже не такая дешевая, 177 рублей. Возможно, можно найти подешевле, там... Я находил за эти деньги, она прям цветная и как будто какая-то силиконовая была. Ну вы поняли, да, это просто, ну, типа смартфон ставить, да, просто подставка как бы для смартфона, по сути. Можно и так ставить, можно и так ставить, понятно, короче. Идем дальше, итог у нас 1520 рублей. Так, и тут я захожу на сайт Surprisebox, да, так, а здесь кое-что интересненькое. Захожу я сейчас на сайт, я за эти боксы платил 999 рублей, как всегда, гигабокс, ну вы знаете. Захожу сейчас, и здесь только 1999, то есть 2000 рублей, 2500, грубо говоря, и 1500. То есть получается за 999 пропали почему-то боксы, очень странно. Ну ладно, с учетом этого, я здесь захожу, да, и выбираю, ну вот самый дешевый, и смотрю, что надпись, о которой я говорил, они убрали, хотя я заказывал, она еще была, то есть здесь так, вам, если вам повезет, то подарки могут быть и на большую сумму, то есть они уже все-таки за то, что я ругался вот только что при открытого бокса, они хотя бы прям так жестко не пишут, там прям такие глупые были слова, в старых моих видео я сейчас попробую найти и вам показать, да, как это было написано, я это все показывал, это не мои выдумки. Так, ну подождите, я покупал за 999, и мне, грубо говоря, на 1500 пришло, и почему-то явно в блогерском, да, боксе, да, который я на себя заказывал. Совпадение? Не думаю. Так, я вам сейчас еще вот это стекло хочу показать, да, вот это красивое стекло поближе. Так, ребят, вот я поставил смартфон, вот моя спина, вот моя нога, я надеюсь, вы видите, и опа! Как вам? Моя нога побольше, написано, что нужно смотреть с 2 метров, так, и вот так. Но честно, вот эта ребристость, вот эта хрень, вот посмотрите, да, через это смотреть невозможно. Хотя здесь на упаковке еще они написали, глаз, типа, защита глаз, господи, от чего защита глаз? Мне кажется, это трешнячок, вот честно, мне кажется, что это реально трешнячок. Это дичь, ну вот честно, это дичь, это ерунда, вот это полная ерунда, вот это еще может пригодиться, но опять же, а если не iPhone, да, у человека, которому вы подарите этот бокс, непонятно. Наушники, ну, стоят своих денег, потому что они дешевые. Делайте, ребята, выводы сами, но мне кажется, нужны какие-то статистические сведения, поэтому ставьте лайк, насобираем 10 тысяч, я снимаю сразу продолжение, потому что у меня сейчас здесь лежит еще по одному боксу для подписчика. И для меня, да, как для блогера, грубо говоря. Вот такой вот конфуз в конце видео. Как так, да, как так, где наши боксы по
999 рублей. Не знаю, может быть, они решили боксы продавать подороже перед вот праздниками. Все это дело изменили, когда вот 8 марта и так далее было. Короче, ребят, ну, ставьте лайки и будет следующее видео. Ну, а пока можете посмотреть вот эти видео про сюрприз боксы. Всем пока!